Ребят, всем привет! Выбрался на Березину половить жереха. Сегодня классная погода, 1 мая. Достаточно тепло, солнечно. Небольшая такая вот дымка есть на небе. Мне кажется, это идеальная погода для ловли жереха. В ясную погоду он как-то боится, он не подходит близко к берегу. Но стоит появиться небольшой дымки, какое-то облачко закрывает солнце, и все, почти у самых ног может бить. Поэтому я рассчитываю сегодня на классный клев. Есть у меня пару новинок, попробую их обловить, но не знаю, как получится. Все-таки жерех на Березне — это рыба одной поклевки, но я буду стараться. Есть, блин! Не ожидал, здесь вот прямо на мели схватился жерех. Ух ты! Жалко. Хорошая волна пошла. Опа, есть. Пилькер киберджик сработал. Классную свечку, конечно, он сделал. Красавчик. Но не крупный. Где-то под кило, я думаю. Конечно, зрелищная атака получилась у него. Опа, ха-ха. Ха-ха-ха. Такой вот жерешок некрупный. Приманочка, которая уже отличалась по жереху. Это Strike Pro Киберджик. 7 грамм вес. У меня их 3 штуки в разных весах, и все они классно ловят. Сейчас будем отпускать красавца такого. Ну, я думаю, он где-то под кило будет. Кило 90, кило 80. Ну да, такой вот килошный, серебристый. В прошлый раз я ловил в других местах, да, они такие все темненькие были. Здесь вот на этом повороте светленькие, серебристые. Давайте отпустим. Ну давай, дружок, оживай. Конечно, жерех красивая рыба, мощная. Сегодня жерех довольно-таки активен. На поверхности его не видно, но вот видите, поклевки. Я здесь на этой точке уже час где-то. И 3 поклевки было. В принципе, неплохо для Березины. Опа! Смотрите, схватилась рыба. В таком месте просто затопила берег. Там поклевочка. Прикольно. У меня такое впервые, по-моему. Наверное, щучка небольшая. Сейчас посмотрим. Да, щучка. На тейл спиннер. Оп. Конечно, прикол. Такая не крупная, где-то
на полкило. Необычно, конечно, необычно. Я обратно. А не, все-таки решил в реку. Ух ты, удар какой на стикбейт. Эх, жалко как. Хороший удар. Конечно, укололся. Это Little Jack Lang Blank. По-моему, так называется. Жалко. Я, к сожалению, поменял крючки. Особо не верил в него. И вот поплатился за это. Ух ты, промазал. Ух, сколько поклевок сегодня холостых. По пилькеру промазал жерешок. Сейчас, может, возьмется еще. Этот жерех, может, минуту назад здесь вот прыгнул как раз под этим кустиком. Пытался его выманил, но, к сожалению, неудачно. Ух, блин, да что за фигня? Это шестая поклевка сегодня. Какое ударище, блин, мощнейшее просто. Ну как так? Это пилькер. Копия Renegade Iron Minnow. И у Смита такой же пилькерок есть. Я не знаю, что делать сегодня. Ну вот этот ударище вообще мощняцкий был. Я представляю, какой там монстр был. Что делать? Что с этим поделать? Это польская, то ли китайская приманка. Изначально там тройники плохие стояли. Я даже поставил классный тройник. Острейший, блин. И все равно. Вот сегодня вроде уверенные атаки, но много-много холостых. Очень много. Конечно, очень такая обидная рыбалка. Не знаю, что сегодня происходит. Обычно, если жерех цепляется, то все намертво. Ну, прям очень-очень редко происходят сходы. Сегодня три таких хороших удара было. Не знаю, почему так произошло. Кстати, в прошлом году похожая ситуация была. Тоже на этом месте, в мае.
когда было много поклевок на стики, на пилькеры, и тоже только одного жереха своего. Не понимаю, как это происходит. У жереха вообще пасть, она такая жилистая, из нее вообще фиг достанешь этот тройник. Ну, а тут прям целый день такое происходит. Ладно, буду заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока.